Что у нас сегодня? Главный осмотр, да? Да, осмотр, подстричь ногти. Жалобы какие-то есть? Нет. Красавица по кличке Леди необычной породы сибаину всего 10 месяцев. Она абсолютно здорова, но обязательный плановый осмотр проходит регулярно. Да и когти подстричь не по седе дома просто невозможно. Приятной неожиданностью для хозяев стала новая услуга – запись на прием через интернет. Записались мы через портал госуслуг. Раньше не было такой возможности, сейчас появилась. Я удивлена очень была. Это очень удобно, на мой взгляд, потому что ты приезжаешь к определенному времени, ты не ждешь, ты можешь планировать свой день. Заявка поступает в специальную программу. Перед приемом специалист ветлечебницы созванивается с владельцами животных, уточняет проблему, подтверждает. Обращений достаточно много, говорит заведующий. Основные пациенты – кошки и собаки. Чтобы предотвратить серьезные заболевания своих питомцев, следует выполнять простые правила. Самое главное – это профилактика. Да? То есть обязательно раз в год сделать вакцинацию. И одновременно, конечно, когда делается вакцинация животному, проводится клинический осмотр. Да? Это вот раз в год строго. Животные, которые старше 5-6 лет, второй половины жизни, да? Кошки, собаки, им уже желательно делать диспансеризацию более глубокую. В Звенигородской ветеринарной лечебнице можно сделать бесплатную прививку от бешенства, УЗИ, рентген, сдать любые виды анализов. Есть операционные и послеоперационные боксы. С животными работают 7 специалистов различного профиля. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».